Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство AllView X4 Soul Style. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве раздать Wi-Fi. То есть, как, точнее, с этого устройства раздать Wi-Fi на другое, любое устройство. Ну, конечно же, для этого в шторке уведомлений у вас теоретически, да, возможно, на другом каком-то телефоне, у вас была кнопка включения, быстрого включения, там, не знаю, в хотспоте, да. Здесь эта шторка находится внизу, да, то есть она была раньше вверху, а сейчас, то есть сверху нужно было стягивать, здесь ее нужно стягивать снизу вверх. Вот вы видите такое окошечко, но, как вы видите, даже здесь нет кнопки передачи данных. Если вы нажмете на кнопочку «Настроить» в правом нижнем углу, вполне возможно, что здесь у вас будет, будет кнопка «Точка доступа», как у меня. Вот нажмите на нее и удерживайте, и переместите ее в верхнюю часть списка, то есть над надпись «Перетащите нужные элементы». Теперь вернитесь назад, откройте эту панельку, смахните ее и увидите, что у вас появился пункт «Точка доступа». Вот сейчас, например, я ее включил, просто нажав на нее. Нажму еще раз и выключу. Но как изменить пароль и название точки доступа? Для этого нужно открыть приложение «Настройки», открыть пункт «Режим модема», VLAN Hotspot, Setup VLAN Hotspot. Здесь вы настраиваете имя сети, здесь вы настраиваете пароль сети. Давайте поставим какой-то простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Должно быть минимум 8. 8. Вот. 8 нулей себе поставил. Герцовку не ставьте 5, ставьте 2 и 4. Пятерку не все телефоны и не все ноутбуки видят. И нажимаете Save. Все. В принципе, вот и все. Теперь каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопочку «Точка доступа» здесь, в этой шторке уведомлений, точнее, в шторке дополнительных приложений, у вас будет включаться сеть с настройками, которые мы с вами только что задали. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.